Вас приветствует Stars Exclusive. В этом видео пойдет речь про младшую дочь Леонида Якубовича Варвару, но перед началом просмотра просим вас поставить лайк и подписаться на канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Известный российский телеведущий Леонид Якубович с 1991 года является бессменным ведущим пятничного шоу «Поле чудес», хотя неоднократно заявлял, что устал и хочет уйти из проекта. Однако боссы Первого канала Леонида Аркадьевича не отпускают, его некем заменить. В первом браке у Якубовича детей не родилось. Первенца, которого назвали Артемом, в 1973 году родила вторая супруга Леонида Аркадьевича Галина. Однако и с ней ведущий развелся. Третьей супругой Якубовича стала Марина Видова, с которой он познакомился на телевидении. В этом браке у пары родилась дочь Варвара. В настоящее время телеведущий с женой не живет вместе, но и не оформляет развод. Любимой дочке Якубовича уже 23 года. Почему многие считают ее странной? Как выглядит и чем занимается Варвара Якубович? Варвара взяла фамилию матери, чтобы ее не ассоциировали со знаменитым отцом. Леонид Аркадьевич отговаривал дочь от актерской и телевизионной профессий, считая, что это тяжело и занимает слишком много времени. Сама юная наследница ведущего «Поля чудес» обожает перевоплощаться, поэтому увлекается косплеем. У нее есть большая татуировка на руке, которую девушка сделала в 2019 году, а год спустя окончила первый курс магистратуры МГИМО. Она учится на международного журналиста. Варвара поделилась с журналистами, что в личной жизни у нее затишье. Она находится в поиске себя, а о семье думать рано. Самое интересное, что никогда не появлялась информация о парнях Варвары. В соцсетях она предстает в мужском и женском обличии, часто публикует посты от мужского имени. Подписчики девушки отметили, что она часто публикует фото девушек и дружит с Анной Марией Ефремовой, дочерью известного актера, который отбывает тюремное наказание из-за смертельного ДТП. Известно, что Анна Мария находится на стадии смены пола. Все это подталкивает на мысли о нетрадиционной ориентации дочери Якубовича. Варвара плотно занимается музыкальной карьерой и сейчас работает над записью альбома. Несмотря на то, что во многих начинаниях Варвара преуспела, она предпочитает держаться подальше от золотой молодежи, заявляя, что отец приучил ее не выставлять на показ свою известность и пользоваться этим. С 20 лет Варвара живет отдельно от родителей. Она призналась, что любит мать и отца, но они непростые, каждый со своим характером, что становилось причиной ссор и обид, когда они жили все вместе. Желаем Варваре Якубович творческих успехов. Ставьте лайки и подписывайтесь на Stars Exclusive.